Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. И начнем с тренировки. Но, ребят, смотрите, сегодня у нас будет кто-то апаться в армии, это раз. Во-вторых, мы получим с вами сундук ареновский за первое место, это два. И в-третьих, наверное, сегодня мы получим 97 уровень. Будем на это надеяться. Ну что ж, забегаем быстренько в тренировку и забираем наших героев. Они потренировались, я надеюсь, удачно. Так, получены награды за тренировки. Так, понятно, это все хорошо, но дайте мне выйти и в конце концов зайти в магазин. В магазине нам дают репульсора. Бесплатно, опять же, одну карточку, фиг с ним. И зайдем в армию, ребят, посмотрим, кто у нас может улучшиться. Вау, погоди-ка, бомбер у меня получает пятую, ребята, звезду. То есть это фулочка выходит, елки-палки. На самом деле я даже на это и не рассчитывал. Но бомбером мы не особо с вами пользовались. А вот теперь я уже начинаю задумываться, наверное, пора его взять в какой-то отряд. Ладно, ребята, пускай получает последнюю звезду максимально. Так, прокачка. Слушай, он у меня 37 уровня. Мне его качать и качать. Ну, этим займемся, наверное, чуть-чуть попозже. Давайте глянем, кто у нас еще. А, у нас, ребята, с вами башня улучшается, да? Пагода. Получает третью звезду. Ну, скажу вам, что это все равно, ребята, пока слабенькая, да? Град осколков. Я так понимаю, что вот эта башня будет бомбить градом, да? Замораживает вражеских юнитов. Ну что же, если бы у нее было бы 4 звезды, я думаю, что мы бы взяли в основной состав, но с тремя звездочками как-то не особо. Потому что у меня есть, ребята, вот храм цветущей вишни или сакура. Можно так ее назвать. И, как видите, у нее 4 звезды, и она у меня в основном составе. Кстати, где бы мне взять 6 карточек на самурай, чтобы тоже поднять ему 5 звезд? Что-то не выпадает мне в последнее время. Ну, давайте зайдем на арену и посмотрим, что... Ребята, я только сказал, где мне взять 5 карточек на самурая. И смотрите, что нам выдают. Нам сразу дадут 24 карточки на него. И в сундуке сейчас мы посмотрим, что нам выпадет. Кстати, неплохо, между прочим. Смотрите, 21 карточка на лорда пустоты, да, 20 карточек на черепаху. Бородавочник тут у нас. И ракетный бот. Ну что же, давайте быстренько попробуем сейчас пройти. Я не знаю, кто нам тут достанется. 82 уровень. Хорошо, мы будем драться, знаете, каким отрядом? Подожди-ка, тут ядерный бот, бомбер, камика, этот радиоактивный зомби. Ладно, ребята, будем этим отрядом. Я думаю, что никаких проблем не будет, несмотря на то, что у него всего лишь 82 уровень. Поехали. Сейчас быстренько его будем расчекрыживать и... Так, самураюшка вышел, да? Хорошо, я думаю, что ему пора познакомиться с нашим джаггернаутом в самое время. Надеюсь, без истерик все будет. И, конечно же, мне хотелось бы, ребят, получить первое здесь место. Ну, чтобы получить потом в результате наш топовый сундучок. Так, естественно, самурай в истерике. Тут влетает у него бомбер. И тогда мы с вами вот так попробуем через баллисту сыграть. Хотя можно, знаете, что даже сделать? Нет, ничего нам не надо делать. Даже не будем применять с вами никакой фаербол. Так, а вот это плохо. Нет, он не дошел. Радиоактивный зомби не дошел. Ну что же, можно применить, ребята, фаербол. Но я думаю, что лучше, когда он подойдет сюда, вот, к башне. Ну-ка, полетел. Ёлки-палки, да ну, хорош. Изи, ребята, победа. Давайте посмотрим, какое мне место. Первое, обеспечено. Я думаю, что меня здесь пока не сбросят. То есть мы с вами получим, ну, понимаете, супер сундук. Так, и в армии, наконец-то, самурай. Где ты у меня? Вот он, ребята, получает пятую звезду. За одну серию 3 улучшения, это круто. Закаленный в битве. Мы завершили квест с вами. И, как вы понимаете, самурай. Но самурай нам прокачивает тут вообще немножечко. Потому что у него 81 уровень, а нужен 96. Но улучшение стоит от 11 200 монет. Фиг с ним. Я на это пойду, потому что, ребят, самурай, да, со своей истерикой все-таки может нам хорошо зайти. Такое впечатление, что мы скоро с вами создадим пятый отряд, который у нас будет играбельным. То есть у нас серия может увеличиваться уже до часу, а может быть даже и больше, пока мы с вами все эти отряды будем проигрывать. Ну что же, пора нам... Погоди-ка, секундочку. Кто у нас тут? Тигр, что ли, разыгрывается или кто? Нет, ребята, у нас разыгрывается некро. У нас разыгрывается некро, и если я не ошибаюсь, некро у меня прокачано не полностью. Можно, в принципе, подраться. Значит, тут лучник, ниндзя, некро и бомбер. А кого мне дадут на выбор? Да ладно. Ну, таким отрядом, естественно, я никуда не... Хотя, подожди. Раз, два, три,
3. Блин, вот у меня... У меня подводит Банши. Она здесь не особо прокачана. Короче, сейчас посмотрим, как у нас выйдет. У меня щитобот, да? Рыцарь. А какой у него замок? Ага, замок Фаербол. Ладно, попробуем все-таки мы с вами здесь как-то поиграть. Так, тихо, 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 ниндзя. Отвали, пожалуйста. Получи. Вот так вот. Это для начала, ребята. Давай-ка еще сделаем. Да хорош ты. Смотри, что делает, а. Смотри, что, ребята, делает бомбер. Так, сейчас... Блин, бомбер ты достал. Ты у меня хоть сможешь дойти хоть разок? Так, фаербол полетел. Фаербол полетел в бомбера. Елки-палки, зачем я его выпустил? Так, смотри, что он делает. Он мне решил просто достать. Господи, он не дает, ребята, мне ни одного шанса с этим бомбером. Банши, куда ты кричишь? Но зато она выжила. Так, что-то мы там с вами пропустили, да, видимо, энергию. Слушай, ну если вот так вот все пойдет, то, скорее всего, мы здесь пройдем. Так, мы сейчас можем даже с вами применить фаербол. И, наверное, опа-на, но он это сделал первым. А мы тогда в ответку ему. Вот так вот. И должны мы подбить ему базу. Что бы он тут ни делал, как бы он ни выкореживался. Ну, ниндзю-то уберите отсюда. Все, отлично. Последний удар, ребят. Фух. Так, 24 карточки на некро нам обеспечено. Слушай, это довольно неплохо. А, 20, ну да, 23 карточки, все нормально. Ну что ж, давайте быстренько, наверное, тогда еще с вами пройдем. Некро мне нужна. Она довольно прикольный персонаж, но надо будет ее прокачать до фулл звезд. Жалко, конечно, что мне таких вот героев дают. Не особо быстрых, не особо сильных. То есть они медленные, но... Как вам сказать? Но крепкие. По атаке они не особо хороши, но вот в плане сдерживания удара сгодится. Так, давай мы также сделаем все по той же, ребята, схеме, что и была у нас. Распиливаем, дальше вызываем рыцаря нашего, ну и всех остальных. Естественно, естественно, как же, чтобы бомбер и не попал? Ну это что-то нечто должно быть. И гаденыш именно в него палит, а? Так, погоди-ка, опять фаербол я пустил не туда, господи, да что ж такое-то? Вторая ошибка. Ну, забомбить ты эту ниндзю не смогла. Не смогли мы с вами. Так, а вот это хорошо. Хорошо, что, ребят, туда прошел бомбер. Это очень круто, потому что он основной дамагер у нас. И смотрите, что он там делает с базой. Он ее распиливает. Причем очень-очень быстро. Ну, давайте последние удары, ребят. Все. Так, сколько нам дают? 12 карточек, по-моему, должно на некро дать. А ну-ка, проверим. 13. Ну и последний бой, где нам дадут еще 8 карточек. И мы посмотрим, сколько нам там вообще не хватает для того, чтобы прапать некро. Но мне почему-то кажется, что довольно-таки... О, погоди, что я делаю? Да-да-да, я уже понял свою ошибку, я не взял башню. Без башни-то куда мы с вами пойдем? Конечно же, никуда. Ну и заодно, что мы получаем с вами карточки на некро, мы еще с вами... Получаем опыт, а опыт нам нужен для того, чтобы получить новый, ребята, уровень. И, глядишь, там уже и до соточки недалеко. Ну что же, поехал мой отряд. Давайте по той же схеме. Молотильщик. В этом отряде молотильщик — это основной и самый главный, ребята, дамагер. Он, кстати, поменял стратегию, вы заметили? Он вызвал лучника вместо бомбера. Ну ладно, это его, конечно, дело. И вот началось. Да успокойтесь вы. Нет, фаербол я пока не буду, ребят, бросать, потому что он опять попадет в бомбера. Хоть бы промахнулся. Неужели мой молотильщик нормально пошел? Отлично. Так, подходим быстренько к базе. Фаербол я запускаю, ребят. Вот таким вот образом. И добиваем. Я ускоряюсь здесь, потому что, ну, чуть томится, да? И сейчас мы быстренько с вами... Да чтоб тебе, ты достал, а? Ребят, что-то он зачастил тут с фаерболами. Смотрите. Так, ладно, фиг с ним. И бомбер, постоянно летит бомбер. Даже не дал мне гаденыш выпустить фаербол. Пролетай давай быстрее. И мы сделаем вот так с вами. Все, изи. Победа была изи, хотя тактику он поменял на самом деле. Ну что же, отдавайте мне последние 8 карточек на некро. Всем спасибо. А мы с вами переходим, ребята, на основную сюжетную линию. Но перед этим я хотел глянуть, сколько вообще у нас карточек именно для некро. Где-то у меня, ребята, 578, нужно 1000. Короче, еще долго и долго нам копить придется. Но я не расстраиваюсь, время у нас есть, кстати.
Сколько нам там не хватает? Совсем немножечко, да? Ладно, погнали, короче. Так, мы с вами не допрошли территорию подданных. Потом у нас будет Терракотовая долина, да? Опять же, фабрика роботов, захватчики. То есть, получается, мы только начали. Так оно и есть. Ладно, так, здесь у нас, значит, разбойник. Здесь у нас маг и рыцарь. Нам нужно здесь контролировать будет разбойника. Я думаю, что для контроля качества нам нужно разбойника будет все-таки ловить на тыквоголового. Давайте, ребята, посмотрим, прокатит ли у меня такая схема. Тыквоголовый довольно неплохо заряжает, довольно неплохо наносит урон, и у него довольно неплохая дистанция. Так что все, как говорится, козыри нам в руки. Так, выходит здесь у нас рыцарь. Ну, пока терпимо, мы, наверное, успеем с вами призвать тигра. А, погоди-ка. Тихо, ребята. Ну, ай-яй-яй-яй, что же получается-то здесь? Ну, ладно, я рискну, ребята, я рискну. Давайте вот так вот призовем. Ох ты, ну, выпустит, нет он? Волну-то свою. Ты будешь выпускать или нет сегодня волну? Давай вот так вот замедлим. Главное, чтобы не нанесли урон по нашей базе. Вот это самое главное. Так, вот еще ниндзя, ой, ниндзя, мага здесь не хватало. Давай тыквоголову, выходи быстрее. Ты здесь мне сейчас нужен. Так, а вот здесь уже немножко, ребята, плохо, потому что идет разбойник. Так, секунду. Что у нас? Ускорение. Давай возьмем. И, да, мы здесь, смотрите, ребята, очень неплохо прорвались. Но не стоит забывать, что разбойник в любую секунду может выйти. Поэтому пока держим это все под контролем. Давай вот так вот замедлим этих олухов всех. Не забывайте, что база у меня прокачана полностью. Поэтому дамаг и замедление работает по полной программе. И что могу сказать? Что здесь победа будет за нами, потому что от базы осталось совсем ничего, и она сейчас рухнет. Да, то, что нужно для нас. И мы с вами переходим на следующий этап, на предпоследний. Давайте посмотрим, кто здесь. Ну, я скажу вам, ничего страшного здесь нету. Ну, жрица, да, будет хилять. Но вот этот вот, конечно, вот этот охламончик меня сейчас будет немножко доставать. Поэтому нужно нам с вами его контролировать. И возьмем мы для этого дела, наверное, вот этот отряд. Поехали. Будем сейчас, короче... Ну что, голем будет первым у нас выходить, да? Естественно, потом мы вызовем джиггернаута. А следом, конечно же, баллиста должна идти. Это по-любому. Но разбойник, да, не стоит о нем забывать. А почему, интересно, он так... Так, секунду, мы вот так вот не договаривались, господи, начинается. Слушай, может быть, мы успеем с вами призвать грифона? Грифон довольно неплохо здесь должен нам... А, вот так лучше сделаем. Да, лучше мы сделаем через баллисту. Так, и теперь, конечно, нужно вызвать джиггернаута. Фаербол сейчас запустим. Вот таким вот образом это происходит у нас. Так, тихо, разбойник идет. Ёлки-палки, сейчас убьет баллисту. Или не успеет? Нет, успел все-таки, а? Вот паршивец этакий. Ладно, давайте теперь вызовем грифона. Ну что? Смотрите, что происходит, ребята. Сейчас будет... Подожди, я думал, что пойдет разбойник. Нифига подобного. Мы вызвали баллисту, но я скажу одно. Нужно сразу выставлять какое-то прикрытие для нее, потому что этот разбойник может просто его разбомбить с полтычка. Ну давай, проявляйся тут уже. Вот он проявился. И сейчас, да, мы его завалили. Фаербол полетел. Вот так вот это происходит. На ускорении плюс. Ну все, ребята, здесь никаких шансов у них вообще на победу уже нет, потому что мы пробили ихнюю защиту. И теперь уже, как видите, бомбим полностью вражескую башню. Так, давай еще одну баллисту вызовем. Хотя даже уже, наверное, и не понадобится. Да, бой был, ну, прикольным. Ну, вы видели, как жрица отхиливала рыцаря. Просто офигеть как. Мы не могли его даже пробить. Ну что же, здесь король, я думаю, что ничего страшного нету, если мы возьмем с вами вот этот... Погоди-ка, вот этот отряд. Давай мы, наверное, возьмем... Блин, подожди. У нас король не бьет по воздушным целям. Поэтому нам нужно, наверное, скорее всего, взять вот этот отряд. Здесь все-таки и у нас и маг... Рыцарь, да, который нам очень хорошо здесь поможет со своим неплохим таким дамагом, плюс отражение. Представляешь, если король во время отражения звезданет по ней, сколько он себе нанесет урона. Так что будем, ребята, тихо ты. Хотя, подожди, что я волнуюсь, ребят, сейчас все будет хорошо. Он сейчас подойдет, да, мы вызовем рыцаря-мага. Вот он, хоп, думает, все так будет ему легко и просто. Нет, парень. Никаких легко и просто. И надо 500 энергии мне накопить для того, чтобы я уже мог призвать кого? Конечно же, ведьму, ребята. Так, ну-ка попробуем. Оп, смотри, сразу, да? Сразу в инвиз ушел, гаденыш. Погоди-ка секунду. Ну-ка,
Опа, да, Ронин меня не подвел на этот раз. И очень хорошо сработал, и вовремя, главное. Так. Кто там? Кто там скрипит? Я не могу понять, маг, что ли, где-то появился? Нет, ребята, разбойник опять бежит. Но ему крышка, видимо, его сейчас убьет. Слушай, ну это вообще изи, потому что он даже не успел призвать короля. И это как-то удивительно. Довольно быстро весь этот уровень у нас прошелся. Ну что же, сундук подданных, и мы с вами получаем здесь один скарчик на базу, да, и 10 карточек фехтовальщика, плюс 12 тысяч голды. И мы переходим на Нефритовую долину. Нефритовая долина, да, наверное, терракоши здесь будут. Нет, 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 только не Ронин. Почему сразу с Ронина? Господи, как нам здесь быть? Как, секунду. У нас вот этот отряд, по идее. Хотя мы можем, знаете, что сделать с вами? Взять, например, радиоактивного зомби, который взрывается у нас. Можно так сделать ведь, да? Ну, я, наверное, вот так попробую. В общем, будем с вами играть сейчас через щитобота, прикрывать его, естественно, молотильщиком. Если, конечно, будем это успевать все дело прокручивать. Главное, чтобы он выбежал без истерики. А он и... Смотри-ка. Смотри-ка, ребята, все нормуль. Даже лучше, чем я ожидал. Хорошо. В принципе, такой расклад меня вполне устраивает. Очень даже устраивает. Но понятно, понятно, что он тут начинает, конечно, буянить. Ах ты, смотри, что он делает, ребят. Это уже немножко хуже. Это уже немножко хуже. Поехали вот таким вот образом с вами. Подожди, что я сделал? Эй, нет! Хорошо, хорошо. Раз ты так сделал, что нам остается? Нам, ребята, остается лишь накопить как-то на друидку ее призвать. Чтобы она отхилила базу, я вот к чему говорю. Потому что урон нанесли сами, видите, прекрасно. Но для этого нужно этих еще олухов подпустить к нам. Да-да-да, именно подпустить поближе к базе, чтобы она... Да чтоб тебе, куда ты бежишь-то? Так, давай тогда сделаем вот таким вот образом. Друидка, выходи. Ставь хилище, пожалуйста, тотем ставь. Ты будешь ставить или нет? Так, поставила вроде бы, да, ребята? Да, она поставила, все. Будем надеяться, что он успеет отхилить нам базу. И фейла у нас здесь не получится, да? Слушай, все отлично, ребята. База у нас восстановилась, поэтому поехали теперь уже бомбить, в конце концов, их все. Ронин, вали отсюда. Акает он мне там еще. Ну, давай, ребятулечки, напряглись. И... Да ёпрсте, да. Отлично, шикарно, великолепно. По-другому не назовешь. Ну что же, первый уровень. Кстати, что я забыл сделать? Господи, ребята, хорошо, что сейчас я вспомнил. Я специально оставлял это на потом и только сейчас вспомнил. У нас же есть сундук друзей. Я накопил на него. Да-да, и давайте посмотрим, что же нам отсюда выпадет. Ух ты! Оу, 25 гемов. Ну ладно, монеток мало дали, но 74 карточки ножница. Ну согласитесь, это круто. Это очень круто. Так, Владик у нас 100 уровня, молодец. Так, ну что же, а мы продолжаем, ребята, с вами эпопею нашу. Второй этап. И здесь вот не хватало мне только с Ронином вместе терракотового бойца. Зачем ты здесь появился? Вот скажи мне, пожалуйста, на милость. Мы, по-моему, вот этим отрядом довольно неплохо, да, справлялись. Но там, по-моему, не было Ронина. Не было Ронина. Кто у меня здесь будет сейчас в основном составе? Ниндзя и рыцарь, если только так пробовать. Слушай, наверное, все-таки здесь нужно брать был отряд с друидкой. Потому что, ну, велик шанс, что мы получим урон. Хотя мы можем, знаете, через что играть, ребят, с вами? Через замедление. Вот еще что я вспомнил. Погоди-ка, замедление. Давай, 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 тигр. И вот теперь, если мы сейчас пройдем, а мы должны пройти. У меня кто? Вот, давай, ниндзя, выходи. Так, замедлили. Так, мы должны справиться. Справились. И теперь уже вызываем тыквоголовых в обязательном порядке, потому что они будут бомбить на расстоянии, и это будет круто. Для нас это то, что нужно. Что такое? Почему прорываются эти охламоны, ребята? Так, ниндзя, прикрывай, пожалуйста. Прикрывай, говорю. Есть. Так, и теперь нужно беспокоиться именно о Ронине. Но он пока, ребята, просто выходит. Слушай, если он вот так вот будет медленно постоянно ходить, это хорошо. Для нас это просто замечательно. Все-таки Сакура хорошо действует, замедляет противника довольно неплохо. И они не то что даже медленно ходят, они и бьют медленно. Давай вот так вот сделаем.
Так, погоди-ка секунду. У меня... ниндзя, ты же не прикрыта, господи, куда ты лезешь? Ладно. Как же меня бесит терракотовый воин, потому что, ребята, он встает в каменную стойку, и мы на него просто тратим драгоценные секунды. Но, как видите, вроде бы мы с вами прорвались. Да, мы прорвались. Ха-ха, выбежал такой и сразу попал в капкан на замедление. Все, я думаю, что здесь, ребята, кайокому по полной программе. Посмотри, как мы разбираем базу. Слушай, ну, могу сказать одно. Этот отряд уже полностью себя реализовал. Именно четвертый, который был у нас вроде бы как никудышным. Смотрите, за счет тыквоголовых я просто разношу здесь в щепки всех. Именно ими. Мне это нравится. Мне это очень нравится. И мы переходим с вами на третий этап. Здесь прибавляется тигр. Вот с тигром немножко будет похуже, поэтому... придется, наверное, вот этим отрядом сыграть здесь. Потому что я боюсь вот этой вот волны духа тигра, которая выпускается при смерти. И когда у тебя довольно слабенькие юниты, он их просто сносит. Но здесь у нас есть, не забывайте, ребята. Оу, тихо! Это был, ребят... Что-то я пока заговорился, я совсем про этого Ронина и забыл, на самом деле. Смотри, сейчас базу мне разнесет. Мне даже выставить некуда. Паршивец. Да, тогда придется нам все-таки играть... тем отрядом, где у нас друидка. Что-то уж больно быстро. Он, ребята, психанул, видимо, да? Они поняли, что здесь пахнет керосином и сделали вот такую мне подляночку. Ну что, друидушка, поехали. Будем играть именно тобой. Ты-то, я знаю, отхилишь и на худой конец прикроешь наши отрядики. Так, Ронин, не забываем про него. Поэтому щитобот в первую очередь. И сразу же за ним идет молотильщик. Будем тогда... И он, смотри-ка, замедлился. Ладно. Давай мы его быстренько раскурочим. Быстренько. Получилось? Ну, получилось. Так, и не забываем, ребята, копить энергию. Да чтоб тебя. Ладно. Раз ты по такой схеме будешь действовать, мы тогда будем по другой немножко действовать схеме. Так, тигр. Ой-ой-ой, ребята, вышел тигр. Мы можем что с вами сделать? Да мы можем, в принципе, много что сейчас сделать. И... Давай для начала вот так, наверное, сделаем. Попробуем, ребята. Друидка, выходи. Эй, ты ставь тотем не вот этот вот, а... На... Господи, на урон ставь. Нет. Ух, ёпарасете. Давай попробуем так, ребята. Через всадника на журавле. Ну вот, видели, что он сделал? Тигр вражеский. Он помер и выпустил душу. Ага. Так, ладно. Пока, ребята, все вроде бы хорошо идет. Мы должны здесь с вами выстоять. Тигр, а что с... А, тигра оттолкнули, я понял, ребята, это отталкивающий тотем. Давай, иди сюда, Ронин. Я надеюсь... Ага, он испугался, тигр испугался, хорошо. Нам нужно вызывать сюда как можно... Да ты посмотри, что он творит. Он, ребят, постоянно выпускает эту душу свою. Фух, минута в запасе у нас. Друидка, ставь тотемы, пожалуйста. Все, всякие тотемы, которые ты можешь только облепляй. И отталкивающие, и такие... Так, да, ребята, все. Здесь опять же победа за нами. Благодаря друидке. Не без ее помощи, естественно. Так, и мы переходим на предпоследний этап. Здесь у нас, блин, Вуджен. С Вудженом-то опять же все-таки будет все плохо. Если нам только рассчитывать на ульту. Так здесь же этот. Ладно, ребята, поехали, попробуем. Попробуем сыграть через ульту. Вся надежда, короче, в данный момент на нее. Так, мне нужно что? Мне нужно вызвать, наверное, Ронина, потому что я боюсь, что вражеский сейчас выбежит. Или не выбежит. Но, пускай вражеский выходит. Не вышел, блин, паршивец. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, что тогда сделаем? Давай вот так вот. Призовем рыцаря-мага. И сейчас будет наверняка вызывать Вудженов. Вон он, Вуджен уже тут как тут. Прибыл, блин. Явился, не запылился. Срочно надо вызывать чумных мышей и ульта. Так. Слушай, ну как же ты меня бесишь? Не могу, прям раздражает он. Очень сильно меня раздражает вот этот вот терракотовый боец. Ну, хорошо, он, короче, разбомбил. Встал в стойку, и луч у БФГшки просто в никуда улетел. Да как же... Во, через отражение сейчас было сработано неплохо. И опять, ребята, Вуджен. Опять Вуджен там стоит. Во-первых, попробую его, как говорится, разобрать. А ну-ка. Давай, чумная, добивай. Теперь этого Вуджена, пожалуйста, мне уничтожь.
Слушай, а вот с всадником на журавле мы, конечно, с вами проигрываем. Угу. Через отражение, давай, отлично. Так, заморозка, ребята, у меня есть? Кто-нибудь там выйдет или нет? Я хочу заморозить противника. Вот так вот, пускай постоит. А интересно, вот он в заморозке, мы его разбираем, он сможет применить свой скилл? Нет, не смог. А вот за карточку спасибо. Слушай, неплохо этот отряд сейчас себя показал. Но, опять же, благодаря тому, что Ронин у него довольно редко выходил и довольно редко в истерике. Так, давненько мы с вами не встречались с богом ветра. Тут, смотрите, набрал себе команду имбы. И что вы прикажете мне здесь делать? Каким отрядом? Этим, что ли, играть? Так, грифон. Хорошо, я попробую. Я попробую именно этим отрядом отыграть. Надеюсь, что жнец меня здесь не подведет. Не стоит забывать, что сейчас побежит Ронин. Можно, в принципе, попробовать, ребята, на Джиггернаута. Если мы успеем с вами накопить и вызвать его. О, как раз то, что нужно. Этот пока хламон, ребята, идет на расслабоне. Мы с вами будем атаковать. Да, урон, конечно, будет колоссальный. Но мы его с двух плюшек, по идее, должны... Да, снести. Ладно. Да хорош ты! Смотри, что делает. Блин, ребята, ну что это такое? Ну как это называется? Иди отсюда. Достал уже. И тигр вышел. Блин, вы специально так делаете. Я ведь прекрасно это понимаю, что вы делаете так специально, потому что вы чувствуете преимущество от меня. И вот начинает такой вот ерундой заниматься. Баллиста, давай бомби. Мне энергию нужно накопить по-быренькому. И у него уже, ребята, вышел бог ветра. Ты понял? Срочно вызываем жнеца. Срочно просто-напросто. Ой-ой-ой-ой, что там такое идет, ребята? Вообще, на самом деле, я не так хотел. Совсем не так я хотел. Ой, началось вот это вот сдувание, уничтожение. Жнец, ты... Заморозка! Ребята, да посмотри, ну почему он в заморозке стоит? Почему он дует своим ветром, блин? Трындец, короче. Все, сейчас у меня, да, упал, к сожалению, мой жнец. А этот из-под тишка, вон, Ронин, идет и бомбит, добивает просто-напросто. Фаербол. Теперь есть. Наконец мы его пробили. Но времени, ребят, 52 секунды. Куда там? Сможем ли мы? Я не знаю, я не уверен. Давай попробуем. Как бы тут так сделать? Все-таки вуджены, смотри, что делают, а? Ребят, они очень сильно мне вредят. 37 секунд. Ну и что, думаешь, есть шанс у нас? Я как-то сомневаюсь, если честно. Но даже если, предположим, мы так сделаем. Жнец у меня готов. Ну, 25 секунд, фиг его знает, ребят. Давай, я попробую, конечно. Я попробую. Ну, грифон, давай. Давай быстрее. Как ты медленно идешь? 14 секунд у нас в запасе. И, по-моему, нифига у нас не получится здесь. 9 секунд. Нет, ребята, фейл. Из-за времени только лишь. Потому что мы слишком долго с вами здесь дрались против бога ветра. Ладно, я ускоряюсь, потому что, ну, сами понимаете, фейл по времени. Давайте здесь, в конце концов, разбомбим ему базу в ответку, да? На испортившее мне настроение. И будем переигрывать этот уровень. Только надо определиться, кем. Слушай-ка, а если я возьму вот этот вот отряд? Тыквоголовый. Я думаю, что у тыквоголового радиус дистанции атаки больше, чем у ветра. У этого ветродуя, у бога ветра. Давай посмотрим, прикиньте, мы сейчас будем такие заряжать ему плюхи, он там будет отдувать, а мы просто будем его расчекрыживать. Это будет довольно мило и прикольно. Сейчас проверим. Так, надеюсь, не Ронин у него побежит, не поменяет он стратегию свою. Поменял, ребята, он поменял, блин, стратегию. И все, и тут я сфейлился, потому что мне некого поставить. Он с удара всех разносит. Да чтоб тебя. Нет, это тоже, ребят, не сработало. Вы понимаете, почему, я не могу даже отхилить здесь базу. Я буду фейлиться. И еще один Ронин. Два Ронина, да, в истерике выбежали и разбомбили мне базу. Ух. Все, ребята, тут, грубо говоря, зависит от того, как у него выбежит Ронин. Если он пойдет медленно и спокойно, то победа, скорее всего, будет за нами. Если он будет вот в такой истерике выходить, что такое, я не понял. Если он будет вот в такой истерике выходить, то все, это заведомо уже фейл. Друидка. Друидка со своими тотемами. Ладно. Мы не пробовали, да, ей? Поэтому пора бы посмотреть, на что она способна именно в этой каточке. Так, я уже понял, я уже подготовился, ребят. Сейчас будет у нас выходить щитобот. Естественно, опять же прикрываем молотильщиком.
Ну, где? Вот, ребят, как только берем отряд, сразу этот не спеша выходит у него охламон. Сейчас мы его расчекрыжим. Вот таким вот образом. И как можно быстрее с вами будем копить на друидку. Друидка будет у нас тут рулить, я надеюсь. Мне бы очень сильно хотелось бы, чтобы она здесь разруливала ситуацию. Так, давай на всякий случай вызовем еще одного молотильщика. Тигр. Понятно, сейчас начнется разбор полетов. Но мне-то кто? Мне нужна друидка в обязательном порядке. Давай вот так вот сделаем, ребята, этих вот сюда подтянем. Зачем я вызвал молотильщика? Ну и как это называется, ребята? Это называется все специально. Там уже Вуджен, да? Там уже и бог вышел. Бог ветра. И Ронин еще. Ох-хо-хо-хо-хошечки. Мою друидку еще издули. Ко всему прочему. Давай, молотильщик. Если ты помрешь и выпустишь свою пилу, это будет хорошо. А мы вот так можем, кстати, сделать. Да. Смотри, 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 ребята, тотем стоит. Тотем где стоит? Красный. Он атакует. Он атакует бога ветра. Ну, да поднапряглись вы, господи. Да... Где тотем? Куда он делся? Я не вижу тотема, ребят. Наказали. Теперь давай всей этой армадой пойдем в конце концов. Сейчас только один тигр умрет, и вся моя армада здесь развалится. Ха-ха-ха, такое может быть. Так, 51 секунда. Ну-ка, давай попробуем через ульту сыграть. Ага, пока хорошо, ребята. Вуджен, быстренько его расчекрыживаем. Вот так вот. Ронин. Ронин здесь нам, ребят, не помеха. Вот здесь уже не помеха. И быстренько шеминтом просто наносим колоссальный урон для того, чтобы уничтожить ему базу. Давай, 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 не расслабляемся. Тигр тут еще вылез, как всегда, вовремя. Так, всадники на журавле бомбят. Бомбят, ребят, есть. Отлично, вот так вот. Наказали и прошли мы эту с вами территорию. Ну, открываем сундук и смотрим, что нам здесь достанется. Покажите мне, пожалуйста, 9 карточек на Сакуру, да? И 12 карточек на богиню солнца. Ну что же, территория роботов. Так, а что у нас еще? Территория роботов, захватчиков и нежити. Я не знаю, ребята, хватит ли нам сегодня энергии для того, чтобы пройти это все. Ну, можно как-то постараться, наверное, да? Тут 2 энергии, это если не фейлится. Тут 2, 4... 6, 9. Угу. Погнали тогда. 9, ребята, а территории там 4, 4, 12. Да, совсем маленечко нам, наверное, не хватит. Но это при том условии, что мы не будем с вами здесь ни разу проигрывать. Так, кто у меня пойдет? Наверное, Джиггернаут, я думаю, надо вызывать первым. Несмотря на то, что там бомбер, конечно, есть. Так, погнали. Так, толкатель выходит. Ну, теперь в самую пору нам вызвать, по-моему, баллисту. Так, я надеюсь... Ага, застанили. Это уже плюс для нас. Разбомбили. Ну что же, и теперь уничтожаем с вами толкателя. В общем, начало довольно неплохое. И я думаю, что здесь все-таки будет, ребят, победа у нас в кармане. Джаггернаут пошел. Блин, был бы у меня прокачанный он полностью, Джаггер. Мне хочется, чтобы он был максимальным. Он у меня уже сколько играет? Да очень давно, если честно. И до сих пор на 4 звезды. Нечестно, я считаю, для него. Да? Причем он у меня появился где-то... Ну, я не скажу, что в самом начале игры, конечно, он у меня появился. Я имею в виду прокачивается. Но довольно-таки долго. И до сих пор в 4 звездах. Так, ну что, ребята, первая каточка у нас удачно прошла. И у нас второй этап. Здесь репульсор прибавляется. Ну, как обычно, ребята, ничего не меняем. Стратегия та же самая. Ну, будут они оба отталкивать, будут станить, глушить. Нам-то пофиг на это, на все, если честно. Джаггернаут плюс голем, плюс баллиста. Даже грифона я здесь не успеваю вызвать, потому что, ну, как бы нету даже для этой надобности. Надеюсь, ты не попадешь, Олух? Не попал, отлично. Тогда давайте копить с вами на грифона. А знаете, почему на грифона? Потому что грифон здесь будет себя чувствовать просто великолепно. Его здесь никто не сможет атаковать. Нет тут таких юнитов, которые воздушные цели могли бы подбивать. Вот так вот все это должно происходить. Грифон, давай уничтожь. Ага, баллиста помогла. Давай-ка ускоримся, потому что здесь явно видно, что победа будет за нами. Тут, как говорится, к бабуле не ходи, да? Давай, на максимальное ускорение. Плюс тут заморозка, ураган летит. Ух! Повеселимся. И фаербол в довесочек. Вот так вот. Месть моя жестока.
Слушай, ну это хорошо, когда вот так вот все быстро проходится на одном дыхании. Я что-то не могу понять. Мы там что еще до уровня не доперли? Уже сколько играем, а уровень нам все еще пока не дают. Так, смотри-ка, здесь немножко надо быть поаккуратнее. Здесь молотильщик. Как мы его будем контролировать? Через вот этот отряд, скорее всего, да, ребята? Щитобот плюс мой молотильщик. И мы должны здесь, в принципе, затащить. Сейчас проверим мою теорию. Так, щит... Вот. Об этом я вам и говорил. И, конечно же, вызываем нашего молотильщика. И у нас тут все изи. Отлично. Копим, ребята, ману. Оп, мой проиграл, к сожалению, здесь, да? Копим ману с вами. Я думаю... Погоди-ка, я думаю. Я думаю, что пока еще не время это делать. Ульта у меня есть. Погнали. Ну, распиливай. Господи, хорошо, что у меня всадник на журавле там был. А ну-ка. Вот так. Давай. Оглушили. С удара, ребята, он с удара валит моего молотильщика. Я имею в виду толкатель. Фигня полнейшая. Нифига ты толканул, парень, успокойся. Еще нанеси мне урон по базе. Олух. Квест завершен, алчность. Алчность, ладно. Предположим, что мы завершили квест алчность, но друидка. Где ты, друиды? Вот она вышла. Вот она вышла, давай ульту. Притянем, так сказать, их сюда. Так, толкатель, ребят, слишком, по-моему, близко подходит к нашей базе. Почему я волнуюсь именно за толкателя? Он же может толкануть и нанести урон по базе. Друидка, конечно, может отхилить, но если она пройдет немножко вперед и будет тотемы ставить здесь, то про отхил вообще можно забыть. Господи, минута времени. У меня только лишь, смотрите, всадник на журавле старается над уничтожением базы. Но он сделает это дело. И никуда вражина не денется у нас. Главное не фейлиться. Еще раз говорю. Ну, последние удары. Последние удары. Вот так вот. Фух. Ну что же, а мы с вами гоним дальше. Предпоследний этап. И здесь... Слушай, что изменилось-то? Ну, взял он к себе репульсора. А, все, я понял, ребята. Щитобота он себе взял, да? Ну, с щитоботом будет немножко проблематично. Он 99 уровня. Значит, мы возьмем с вами отряд дамагеров. Вот этот вот. Потому что здесь нет молотильщика, а эти юниты все медленные. А у нас все юниты довольно сильные. Вот именно в этой каточке. Нет, знаете, если бы у нас был бы прокачанный Ронин на все звезды, да, и чумная мышь, этот отряд был бы вообще имбовый. Ну и, соответственно, если бы у нас была бы еще БФГшка прокачана полная, полностью. Но все равно, несмотря на это, этот отряд действительно, ребята, сильный. Так, отражение-то будет включаться? Да, отражение включилось. Расчекриживаем. Я вызываю, ребят, чумную мышь к нам в помощь. Потому что, опять же, здесь нет юнитов, которые могут воздушные цели подбивать. Так, замечательно, шикарно. И давай призовем себе БФГшку на помощь. Где там этот мелкий робот-ходунок? Идет там потихонечку. Слушай, а скорее всего здесь будет побед за нами. Причем довольно изейшая, судя по всему. Или же нет? Или я ошибаюсь? Да нет, ребят, я не ошибаюсь, по-моему, мы сейчас разберем. Так, урон идет, Ронин сейчас будет кромсать. Так, чумнуха, ой, чумнуха, БФГ-ха, бомбер, отвали. Ну, последний плевок, все. Две чумные мыши заплевали ему замок. И кто у нас здесь, ребята, босс? Тьфу ты, а я говорил вам, лишь бы не сфейлиться. Вот, скорее всего, здесь-то у нас и пойдут фейлы сейчас один за другим. Единственное, что мне нравится, что здесь нет хилбота, который, помните, в свое время хилил этого термина. Да, и мы его не могли разбомбить. Вот сейчас сижу и думаю, кого нам здесь все-таки взять? Друидку. По идее, как бы друидка все-таки здесь рулит против него. Но если мы сфейлимся, то не пройдем, скорее всего, территорию захватчиков от начала и до конца. Ну что, в первую очередь, наверное, будем копить с вами ману. Для того, чтобы ее призвать, да? Сейчас попробуем с вами это дело замутить. Он никого не вызвал. Вот, вызвал все-таки. Он все-таки вызвал. Ну что, та же самая схема, ребят. Абсолютно ничего менять пока не собираюсь. Да куда ты вырвался вперед, а? Ну зачем ты это делаешь, дурила ты, картоновая? И все, ребят. На друидку я, грубо говоря, накопил. Сейчас будем призывать. Ага, вышло. Теперь что? Теперь нам надо применять, наверное, ульту. Вот так вот это все должно происходить. Да ёпрсы, ну да...
Застанили, хорош. Серьезно, что ли? И плодим армию. Он не вызвал своего-то там главнокомандующего? Пока нет. Термин 9000. Такой против... вот он, ребята, уже вышел. Так, давай попробуем. Слушай, ну смотри, у него какая тут, блин, ребята, оборона. И вот началось. Началось то, что я больше всего боялся. Так, а куда он убежал? Нет, он, ребята, не убежал. Господи, с одного залпа он всех моих этих положил. Да ладно, серьезно, что ли? Блин, молотильщик, почему ты не выпускаешь эту пилу свою, а? Вот скажи мне, пожалуйста, на милость. Давай. Я не могу подойти. Я, ребят, не могу подойти. Что происходит тут вообще? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ульта. Ну, давай попробуем, я не знаю. Она вообще, ребят, здесь никаким макаром нам не помогает. Здесь, скорее всего, нам нужна ульта. О, повреждения нанесли. Ну, это раз в пятилетку происходит такое. Давай. Смотри, ребят, мы подошли практически к нему. Ну, конечно, конечно, он же выпускает... Все, сейчас друидка у меня отдуплится. Последние, наверное, там удары. Она пытается, естественно, ребят, отхилять себя. Кстати, она отхиляла. И смотри, что происходит, ребят. Мы подкрадываемся к базе. Правда, у нас очень мало времени. Но я думаю, если они сейчас у меня постарают толкать, или этот еще вшивый. Ну, друидка, ну поставь ты тотем на уничтожение-то, пожалуйста. Ну, что тебе стоит, господи. 6 секунд, 6, ребята, 6 секунд. 3, 2. И это фейл, да? И это фейл. Ну что, это вот специально делается или что, я не могу понять, а? Фу, да, спасибо, 97 уровень. Ну, в принципе, ребята, это очень даже хорошо. Так, 145 тысяч голды, максимальная энергия и 19 гемов. То есть теперь я этот уровень точно пройду на все звезды, потому что у меня энергия везде восстановилась. Я еще сейчас сделаю вот так вот ему большую подляночку. Я просто сейчас прокачаю всех своих юнитов. Так, рыцарь и башню. Так, ребята, заберем вот здесь запрос. 266 гемов. Скоро, ребята, мы, наверное, с вами откроем сундучок эпический. И можно... А что можно нам здесь сделать? Давай, наверное, вот этот отряд еще прокачаем с вами. Денег не так много. Они, ребят, смотрите, просто тают у нас на глазах. И, кстати, я могу сказать, что сегодня мы точно перелетим в другой портал. Ха-ха, да-да. И это все благодаря нашему левелапу. Так, и вот здесь вот. Слушай, а, денег не хватает, да? Ну что же, давай попробуем, ребят, вот этим отрядом забомбить термина. Это, конечно, будет очень круто, если у меня это получится. Дед, конечно, ну, сами понимаете, здесь ничего не решает. На деда можно, грубо говоря, здесь даже не надеяться. Так, он сейчас, по-моему, молотильщика вызовет, ребята. Нам нужен кто? Нам нужен здесь, скорее всего, тигр. Тигр в первую очередь. Успеем ли мы, чтобы он тут чекрыжил их всех? Да, мы успели. И так. А теперь, знаете, что надо? Давай ниндзю вызовем. Хотел тыковголового, но подумал почему-то, что пока рановато. У нас здесь еще, кстати, есть замедление, которое нам должно очень хорошо помогать. Так. Ну-ну-ну, бомбера-то сможем подбить? Ну, подбили, конечно, но не так, как я хотел. Так, ну что, дед. Давай, наверное, ребята, будем уже готовиться к выходке деда. Сейчас, секундочку, ребята, сейчас... Маленечко, последние, как говорится, мои приготовления. А он уже вызвал. Хорошо. Предположим. Так, блин, бомбер вшивый. Ты смотри, что он делает, ребята, это уже спецом. Застанил, как ты, блин, умудрился застанить. Блин. Ох. Сейчас я просто хочу, ребят, протестить тыквоголового, понимаете? Насколько он далеко бомбит. Да ты хоть что-нибудь сделал? Заморозка. Так, этот там, конечно, бомбит. Я ничего не могу сказать. Бомбит, пытается изо всех сил. Ниндзя. Ниндзя не погибло пока еще. Нет, ребята. Смотрите, что происходит. Он достает до тыквоголового. То есть, офигеть тогда получается у него здесь радиус атаки. Зашкаливающий просто-напросто.
Да, ты посмотри. О, он бомбит аж вот до сюда. Слушай, ребята, тогда не вариант. Я, честно говоря, рассчитывал на тыкву голову, чтобы он своей дальней атакой мог подбивать. Но, как видите, это безрезультатно. Он его достает. Он его просто-напросто достает. И 22 секунды. Опять же фейл. Ребят, опять же фейл. И бомбер. Слушай, а может быть нам тоже, блин, вызвать, взять в отряд бомбера и выпускать его, а? Он, по крайней мере, может застанить. Может же? Может. При желании, если захочет. Толкатель плешивый, я... Ну как ты... Ребят, короче, я ускоряюсь. Ну, сейчас будем вокруг да около. Да, мы подбили, конечно, сейчас наконец-то термина. Но это уже ничего не решает. Потому что тут фейл. Так. Ага. Посмотрим. Все-таки мне интересно, сможем ли мы здесь пройти или нет. Ну, без босса, без термина, конечно, скорее всего, сможем. Плюс еще ураганчик нам достался. И пошел раскромсон. Давай еще одного тыкву голову призовем. Давай, 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 наноси урон. Отлично. С одной стороны, отлично, а с другой стороны, нет. Потому что я не успокоюсь, пока не пройду этот уровень. Ух, что же нам сделать? В этом отряде у нас, в принципе, все хорошо. Но он медленный, очень медленный. Давай попробуем вот этот вот. Ронин, да? Маг, рыцарь, отражение. Фиг его знает. Нам просто к этому термину не подойти. Он бомбит своими снарядами, огненными причем, которые подбивают и наземные, и воздушные цели. Как тут, блин, сделать? Черт его знает. Так, ладно, раз ты так начал, давай. И, ребят, я сейчас сразу же попробую на горячку вызвать ведьму. Да? Я думаю, что это будет оптимальненько. Плюс, не забываем, у нас здесь все-таки хардковая ульта. И если она будет еще бомбить как надо, то, в принципе, все дело будет в кармане у нас. Так, давай этого бомбера. Да, смотри, станет, просто станет, ребят. Упс, так, бомбер сдулся. Ну, давай этого щитобота бомбим по-бринкому. Что-то он, ребят, не вызывает, я смотрю, пока еще босса. Я-то подготовился, ульта у меня тоже заряжена. Ронин, ты как? А, Ронин, как всегда, не спеша. А вот, ребята, и Охламон появился. Ну что, поехали с ульты начнем. Е, вот и все, вот и песенка его спета. Просто один залп ульты, и он сдулся. То есть, о чем это говорит? Что ульта мощная, либо у этого термина мало здоровья. Ну, по здоровью я бы вряд ли сказал, что у него мало, потому что мы его сколько... Бомбили-бомбили и никак не могли забомбить. А тут просто хоп и все, и расчекрыжили. Ну, последние удары. Ребята, последние удары и все. Изи. Вот так вот это все делается. То есть под каждый отряд можно подобрать своего, как говорится, соперника. Ну что, ребята, 10 тысяч на ядер бота. Я думаю, что это фигня полная. И ракетный бот тоже меня не устраивает. А мы переходим с вами на территорию захватчиков. И встречает нас здесь жаба с молотом. И маленький этот пришелец. Маленький пришелец, который будет похищать, да? Я понял тебя, к чему ты тут клонишь. Поэтому, естественно, возьмем этот отряд, где мне, в принципе, не жалко потерять молотильщика. Пускай летает. Пускай летает, пускай кружит тут над моей головой, если ему так надо. А мы тогда в этот момент призовем, да, всадника на журавле. Уж его-то он точно похитить не сможет. Так, понеслась. Естественно, ребята, он похищает. А кто бы в этом, блин, сомневался, ребят? Ну, кто бы в этом сомневался? Что он этого плешивого будет постоянно вызывать? Я нисколечко лично не сомневался. Так, давай ульту применим. И вызовем, наверное, вот так вот. Ну, давай быстренько разбомбим. Что он там делает? Я что-то не помню. Он похитил у меня щитобота, понятно. Слушай, а что я тут выпендриваюсь? Давай-ка мы с вами призовем еще одного всадника на журавле. Что он там делает? Хобана! Не понял. А, он не успел. Он похитил у меня молотильщика, хотел на свою сторону переманить. Но всадники на журавле его разбомбили. Как, в принципе, и базу. Замечательно, двигаемся далее. Так, у нас захватчики, да, и нежить. Да, ребята, последние вот эти два континента, две территории. Так, здесь уже прибавляется воблер. Опять же, ничего страшного нету. И, наверное, возьмем вот этот отряд. Слушай, мне нравится просто, как тыква голову бомбит на самом деле. Ну, такие взрывы красочные и выпускает свою голову. Ну, смотрится это вообще круто.
Так, с кого он там начнет? Опять же... С жабы смол... Нет, ребята, он начал с пришельца. Я думаю, что здесь будет отряд с улиткой также, помните, да? Старая схема. Так, ты хорош тут подходить-то так близко ко мне. Секунду, ребят. Что нам нужно? Нам нужно вызвать тыквоголового. Смотри, плешивый, я что сделал? Похитил все-таки. Он все-таки, ребят, похитил тигра, довольно такую хорошую боевую единицу. Давай еще вызовем. А вот смотри, как... Ах, как красота. Никаких тебе этих похищений. И деда вызываем, все. Мы накопили на него. Пускай идет, разбирается. Хватит на них смотреть здесь, любоваться. Отличненько. Ух. Давно такого не было. Очень давно. Чтобы дедушка вышел и начал тут разруливать. Это говорит о том, что мы с вами накопили манну, да? Еще у нас было времени свободного, чтобы накопить манну для призыва деда. То есть тыквоголовый действительно крут. Но опять же, ребят, повторюсь, против танков, именно таких вот жирных монстров, боссов, да, он слаб. А вот именно против там всяких летунов слабеньких, да, или там молотильщиков всяких, он, конечно, хорошо заходит. Но жду, жду, пока коплю, ребят, пока жду. Ну кого там, пришельца своего будешь опять выправлять в первую очередь? По идее, так должен, нет. Нет, он делает немножко другую тактику. Но ведь я же знаю, что он сейчас его приз... Оу, погоди. Так. Что-то пошло не так, ребята. Что-то пошло не так. Пролетай к ядрене фени. Нет, он все-таки похитил. Замедляем. Да куда ты свои кусты сакуры влепил? Ты мне скажи, зачем ты влепил туда? И господи. На кого он там среагировал, я не понял. Там никого не было, он должен был впереди стать. Он взял их возле нашей базы поставил. Для чего? Кто мне скажет, я так и не понял. Но, тем не менее, тигр сейчас очень... Так, похищай, похищай. Мне его, в принципе, не жалко. Упс, даже не успел улететь никуда. Ах, ломонище ушастая. Ну что? Слушай, здесь танков нету, господи. А вот так вот, если мы сделаем... А? Че, родные? Взгрустнулись тут. Станет. Он станет. Так, еще, ребят, одного тыквоголового сейчас вызовем. И, в принципе, все. Я думаю, базу мы разнесем. Ну что ты там выпендриваешься? Что ты там делаешь? Бесполезно это все. Можно было бы вызвать деда, но я думаю, что не стоит. База уже и так разбита. Последний удар. Да. Слушай, быстро проходим. Это круто. Так, предпоследняя, ребята, территория у нас. Вот, вот о чем я вам и говорил, что будет у нас такой отряд, где улитка и пришелец вместе. Поэтому переключаемся с вами вот сюда. Почему сюда? Потому что у нас щитобот будет прикрываться от улитки, да? Подожди, мы не так делали с вами. Раньше мы делали немножко по-другому. Давай вот так начнем. Пускай, если сейчас вылетит пришелец. Нет, пришелец не вылетел. Фиг с ним. Ладно, давай другую схему. Вызываем опять же молотильщика. И копим. Да что ты? Посмотри, он, ребята, что-то поменял. Он поменял полностью всю стратегию. И что прикажешь делать? Через ульту работать? Не варик, если честно. Это не варик. Так, сейчас этот... Улитка там ползет, да? Я чувствую, что ползет улитка. Взорвись, не доезжая. Хе-хе-хе. Найс. Ну и все, в конце концов я вызываю друидку. Все, хватит на них любоваться. Достали они меня. Опять сейчас похитят, да? Похитители. Он еще, ребята, и... На свою сторону, да? Переманил. Эй, погоди, ты паршивец, что сделал? Еще и, знаешь, этого. Так, тихо. Фиг с ним. Пока это, ребят, терпимо все. Время единственное меня волнует. Меня волнует время, очень мало его. Так. Ну, будем бомбить-то сегодня или нет? Что тут происходит? Всего лишь минута, опять эта улитка паршивая летит. Пробили, по-моему, нет? А, воблер тут еще стоит. Блин, меня бесит, когда ребята вот такие вот под фрезы появляются. Раздражает, если честно. Начинает вот это вот подлагивание. Ага, врежься. Фиг с ним. 54 секунды. Короче, грубо говоря, чуть меньше минуты. Ускорение. Вот что нам нужно было, ребята, ускорение.
Господи, как сильно лагает. Так, заморозка. И, да я думаю, что все, базу мы тут разбомбили. Да, о, спасибо, конечно, за карточку на мою базу. Ух, смотрим, кто, ребята, здесь будет босс. Ой, елки-палки, лорд пустоты. Лорд пустоты, тоже еще тот ханорик. Мы это все прекрасно знаем и понимаем. И для этого, для этой цели нам понадобится, наверное, вот этот отряд. Хотя будет тут улитка выходить. А, погоди-ка секунду, я опять лопухнулся. Знаете почему, ребята? Сейчас будет у него старая комба. Вы спросите, какая? Сейчас увидите. Он сейчас вызывает пришельца первым, да? И вслед за ним, по-моему, вызывает улитку. Давай проверим, я прав или не прав. Ух ты, что-то... Ну да, ребята, да-да-да-да-да-да-да. Именно... Именно та ситуация и получается. Ху-ху, БФГ успел, конечно, но... Не совсем то, что я ожидал. Так, жаба с молотом идет. Успею, как вы думаете? Нет, наверное, не успею я призвать себе ведьму. А хотелось бы. Кто там еще ползет? Слизень приближается к нам. Эй, погоди, там улитка, ребята. Мне придется так сделать. Хочу я этого или нет? Ведьма. Все, ребята, я вызвал ведьму и погнали теперь. Минус. Ага, смотри, вот стоит мне, вот я еще раз говорю, ребят, стоит мне только начать призывать. Сейчас будет похищать. Сейчас начнется тут. И у меня, к сожалению, нет ульты. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Началось, да? Да, ребят, начинает он свою фигню эту делать. Вот так вот. Эй, все, Олух, пока, родной. Тебе в этой жизни не повезло. Да хорош ты уже станет всех, а? Слизень. Морпех. Какой нафиг морпех, а? Слюнтяй, по-другому не назвать. И все, нам остается лишь только добить. Добить базенку. Слушай, ну здесь вообще хорошо получилось. Я даже практически, ребята, не напрягался. Нисколечко, ни граммулечки просто-напросто. Все. Круто было сыграно? Я считаю, что круто. Никто с этим поспорить не сможет, ребят. Открываем наш заветный сундучок и смотрим, что нам здесь достанется. Слушай, ну неплохо, неплохо. 10 карточек вот на этого говнючка мелкого, 8 карточек на лорда пустоты и 13 карточек на жабу с пушкой. Вот она, ребят, заключительная у нас территория. Кстати, мы потом полетим с вами в 92-й портал. То есть все ближе и ближе к соточке. Кстати, здесь ничего страшного нету, потому что я могу даже вот этим отрядом, скорее всего, здесь играть. Зомби. Зомби радиоактивный. Погоди-ка, ничего страшного нету. Есть, ребята, страшное. Есть страшное, знаете что? Вот что. Потому что пока голем мой будет разбираться, нам нужно срочно, знаете, на что накопить? На Джаггера. Он же сейчас пройдет. Он же взорвет. Блин! Он же взорвется где-то здесь. Нанесет урон базе. Нет, не нанес. Ух! Мне повезло вот в данный момент. Это круто, что вот так произошло все. Давай попробуем вот так вот сделать. Так, солидно. Давай вызовем Джиггернаута. У меня фаербол заряжен, пока я его тратить не буду. Не на что и не на кого. Так, блин, жду Грифона. У меня 300 маны всего лишь, я жду Грифона. Ха-ха. Грифон вот сейчас выйдет. Да, и фаербол запускаю я. Вот так вот. И давай еще одного големчика призовем. Кстати, вместо голема мне посоветовали взять терракотового воина. Слушай, ну как варик можно, но единственное, что голем очень дешево стоит. А мне на некоторых стадиях игры нужна какая-то защита. Именно на ранней игре. А терракоша, по-моему, довольно дорого стоит. 300, по-моему, если не ошибаюсь, манны. А этот всего лишь 175. То есть чувствуете, да? В половину практически. Ну что, а здесь у нас прибавляется всего лишь навсего когтистый. Ну, как сказать, всего лишь навсего. Да, не спорю, вредный паршивец, но не такой уж опасный. Не сильно опасный, скажем так даже. Хм, Джаггер, пойдешь? А тебе деваться некуда, все равно ты у меня пойдешь. Джаггер, давай быстрее, 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 быстрее. Бомби этого хламона. Ать, да, я понимаю, конечно, что взрыв, там все дела. И вызываем, ребят, баллисту. Вызываем баллисту, застанили. Тоже, кстати, плюс большой для нас. Сразу же. Так, опять идет. Опять идет. Фаербольчик у меня на откатике стоит. Давай-ка вызовем грифу. Вот так вот, оп. Блин, а я думал, честно говоря, что мы как-то сейчас заденем, не саданули мы его маленечко. И вот, кстати, неплохо, когда вот включается
что у Джаггернаута, что у Голема на отхил. То есть он потихонечку хилится, его приходится бомбить периодически. То есть, чтобы его убить. А это тоже время, это все на нас играет. Ну что, можно, наверное, тут ускориться, ребята, с вашего позволения. Потому что, ну, я думаю, что тут и так все ясно, что базе хана. Еще и фаербол вот так вот. Но, нормуль. Так, деньги мы с вами копим. Деньги нам нужны, да, нам нужно еще прокачивать, прапывать отряды. А вот тут уже немножко похуже, потому что здесь идет банши, которая может своим криком застанить практически всю армию, если она будет стоять в кучке. Ну, всю армию, это опять же зависит, кританет у нее крик или нет. Ладно, будем ждать. Выходит Охламон. Понятно. Я попробую сейчас быстренько его нахлобучить вот таким вот образом. И, по идее, нужно призвать как можно быстрее баллисту. Да хорош, что куда ты там прешь-то? Ага. Ну все, а теперь, ребята, баллиста будет, соответственно, убивать банши. Видишь, что она делает? Так, ну она ватная зато, сама по себе. Но, опять же, смотри, ну там армию плодит себе, зомбарей этих. Все полегли, к ядрене фени. Так, взрыв. Понятное дело, от этого никуда не уйдешь. Может, хватит на них любоваться? Да призвать нам жнеца? М? Что скажете? Жнец здесь разрулит, я думаю, и все, как говорится, по теме сделает. Да, я, пожалуй, так и сделаю. Раз у нас есть, ребята, с вами запас времени, ну почему бы его не призвать на худой конец? То, что карточки вот на этого зомбика выпадают, это хорошо, ребята. Я, возможно, его когда-нибудь возьму к себе. Мне нравится у него вот этот вот суперудар, когда он отравляет противника, да, и тот при смерти может превратиться в такого же зомби. То есть такая машина по плодению зомби. Ну что, неплохо. Очень, скажу вам, неплохо. И мы переходим на предпоследний этап. Ой, погоди-ка. Прыгун здесь у них? Йоу, красоты. Вот чего-чего, прыгуна-то я здесь как раз не ожидал видеть. Ну давай попробуем. Будем пробовать через мага-рыцаря. Надеюсь, отражение будет отбивать. И надеюсь, что опять без истерик все пойдет. 225 маны нам нужно. Я ожидаю прыгуна, потому что он сейчас должен появиться, по идее. Нет? А давай тогда так сделаем. Эть, не сделал ли я, ребята, грубочайшую ошибку? Нет, наверное. Нет, сделал! Есть. Через отражение. О чем я и мечтал. Ну что же, вызываем чумную мышь. Погоди-ка секунду, чумную мышь. Не стоит забывать, что еще раз может выйти прыгун. У меня здесь ульта есть. Ладно, пока на расслабоне. Пока, ребят, я на расслабоне. Куда ты побежал? И... хотел сказать, и, ребята, добиваем базу. Угу, не тут-то было. Так, а вот теперь довольно щекотливая ситуация для меня. В чем она заключается? В том, что может прыгун выйти. И он вышел. И в истерику... нет, не в истерику. На-ка! Шик и блеск сейчас вышло. Кто там взрывается? Ребята, это опять же в зомби, да? Радиоактивный взорвался сейчас только что. Ронин, молодец. Дай удар, дай залп. Два залпа тогда. Три залпа. Отлично. Ну что же, а мы с вами переходим на заключительный этап. И здесь у нас жнец, он 98 уровня. Слушай, я вот, насколько помню... погоди, здесь прыгун. Так, секунду. Погоди-ка секундочку. А что же тогда нам предпринять? Ну, дед-то однозначно здесь не прокатит. Хотя, почему не... нет. Не варик. Давай все-таки попробуем вот через этот отряд. Слушай, ну ведьма, по-моему, никак у нас не рулит против жнеца. Единственное, что ульта. Вот ульта, если пробьет его, то ему будет, конечно, финиш. А если не пробьет, у него же там армия, а пупеть какая впереди будет. Так, ну давай для начала мы... зачем чумную мышь призвал, если тут идет банши? Господи, ну что же за невнимательность, а? Она же сейчас будет орать по ней. Ну, или не успеет? Не успел, ну, успел немножко садануть, но не уничтожил, самое главное, что... Так, хорош. Ульту пока тратить не собираюсь, ребята. А вот собираюсь призвать. Так, погоди. Прыгун, ребята, идет. Идет прыгун. Так, ну что, давай попробуем, наверное, да? Ну, в принципе, мы его заколбасим. Они мне не дают специально, что ли, призвать это... ведьму. О! Раздухарился. Так, ребята, ульта. Погнали. Я не понял. В принципе, твою же маковку. Смотри, что происходит, ребят. У него половина здоровья. Там еще и этот прыгун идет.
Его еще нужно контролировать, блин. Так, бежит, нет? Не бежит пока никто никуда. Да уничтожьте его. Ох, ничего себе он наплодил, ты посмотри. Наплодил себе олух армию. Все, он поплатился за это. Нашел на кого руку поднимать. На ведьму. Упырек. Так, погоди-ка секунду, ульта. Погнали. Погнали, погнали, погнали. Все, ребят, мы уже возле базы, и сейчас будем ее разбирать. Давай, давай, поднапряглись, роднулечки мои. Упал, отжался. Так, удар. Все. Ну что, могу сказать, что изи. Я ожидал немножко другого сопротивления, но не увидел его. И что же нам достанется? Ну, в принципе, неплохо, я скажу. Радиоактивный зомби. И здесь, ребята, у нас реворд. Это 14 зомби, 14 банши и когтистого тоже 14. А мы с вами летим в следующий портал. Так, что у нас тут? Территория роботов. Нефритовая долина. Долина подданных. Долина нежити. Опять же роботы. В общем, здесь два раза будут у нас повторяться роботы. Хорошо, ребят. Так что давайте, наверное... У нас энергия есть? О, и у нас энергия хоть одним местом жуй. Поэтому поехали. Джаггернаут против Джаггернаута. Да? Будет так у нас все это выглядеть. Погоди, но его сильнее будет, чем мой. У него мало того, что... Все звезды, так у него и уровень повыше будет. Хорошо. Давай посмотрим, кто. Сила или стратегия и тактика здесь будет побеждать. Вот, видите, у него Джаггер по полной программе прокачан. Ну, есть, ну, конечно же, как же без репульсора-то. Вылез там из-под тишка. Ханыга. Давай тогда мы тоже, ребята, будем с вами тяжелую артиллерию применять. И еще вот так вот сделаем, чтобы знал свое место паршивец. Да, баллист, конечно, по Джаггеру наносит маленький урон. Его даже вообще незаметно, если честно. Да, ну хорош. Ну-ка, Грифа, устрой-ка им там карнавальную ночь. Хорош уже, им тут раздухарились. Ну? Ну, бомбанем? Да, господи, все время забываю, что у него, ребята, две жизни. Ну, как бы, первая, где он бомбит, а вторая, где он просто отдыхает, видите ли. На-ка. Даже фаербол его не может забомбить с первой попытки. Довольно сильный чувак, когда он прокачанный, да? Вот почему я хочу, ребята, тоже его на 5 звезд. Ну. В общем, ребят, стратегия у нас выиграла. Потому что мы просто разобрали ему базу. Вот и все дела. Двигаемся, естественно, с вами дальше. Так, у нас тут... Опять толкатель. Опять толкатель. Не было, блин, печали, вот толкателя прислали. Хорошо. Естественно, тут нужны такие отряды, которые наносят... Много урона, очень много урона за короткий промежуток времени. Это кто? Это вот это, конечно, наш имбовый отряд. Один только рыцарь-маг здесь наносит колоссальный урон. А Ронин так это вообще имба. Тихо, погоди. Погоди, родной, не спеши. Ты не спеши, пожалуйста, и тебя еще ждет здесь чумная... Подожди, давай вот так вот, лучше Ронина. Так, погоди, смотри, идет охламон. Толкатель, а? Главное, чтобы он толканен, да? А ульту, если ульту, ребят, применим. Пока шикарно все идет. Я не могу ничего здесь сказать против. Ага. И, скорее всего, надо призвать ведьмишку здесь. А нужна ли она нам? Вот в данный момент. У меня, вот смотри, чумная мышь просто сейчас истребит базу и все. Так, просто, ребят, для красоты. Еле появилась вон она. Ну что, вы все прекрасно сами видите. Идем довольно отлично, хорошо. О, ракетный робот, давно я тебя не видел, хламон. Давай-ка мы тогда, наверное, с тобой тоже немножко пошуткуем и возьмем тыквоголового. Пускай он там разруливает все это дело. А он это умеет, вы это сами прекрасно знаете. Так, Джаггернаут здесь. Единственное, что у меня вот в этом отряде из танков, из довольно крепких, ребята, танков, это только тигр, который стоит 350 маны. То есть... Если прикинуть, но это невыгодно. Это очень дорогой юнит. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Очень дорогой юнит. Ну, не спорю, да, у него есть урон, дамаг. Но он все равно сам себя как-то не оправдывает. Он очень долго это все делает. Понимаете, да, о чем я говорю? Давай, ниндзя. Так, замедлялку. Что там? Там еще и этот вышел. Вау, сдуло его ветром. И, конечно, вот если у тигра срабатывает вот эта вот душа, да, которая отлетает, огненная, то практически все, кто на земле находится, из самых-самых жирных только танков, остаются живых. Остальные все просто падают. Ну и, как вы понимаете, ребята, пошел расколбас по полной программе. Я еще вызову сюда тигра.
Ай, как у нас все смачно идет. Подожди, в кого, в кого, в кого ты метишь там? Ядербот, успокойся. Не надо там шутить. Ну, маленькое приготовление, и база, ребята, рушится. Ух. Ха, мне нравится. Что-то мы сегодня так с вами хорошо идем. Ну, плюс еще, конечно, мы уровень получили, да? Ой-ой-ой-ой-ой, смотри, ребят, бот-паук. Вредитель еще тот. Что будем делать? Вот этот отряд возьмем, да, наверное? Нет, не этот возьмем. Давай-ка, наверное, вот этот вот. Почему? Потому что, ребята, ну, как бы не вся надежда, а большая часть на нашего молотильщика. При смерти выпускает пилу, и все вот эти вот роботы мелкие, сошки, они просто падают навзничь. Так что давай проверим, все ли у нас прокатит, все ли выгорит. Можно, кстати, сейчас накопить еще друидку и ее призвать до кучи. Представляешь? Это будет вообще имбово. Она будет ставить тотемы, и этот охламон там наверняка будет притягивать тотемы, ну, как дурило, как обычно. Он это любит делать. Плюс у нас еще есть ульта. Ульту пока, я думаю... Нет, надо, надо применять. Так. Тотем этого чувака напугал. И у нас тут Джаггернаут. А вон, ребята, и идет уже бот-паук. Бот-паук. Ну, молотильщик, ты будешь у меня выпускать сегодня пилу или нет? Или нам не понадобится? Нет, скорее всего, понадобится. Так, что он там делает? Уже ничего. Заморозка. Как раз, ребята, вовремя. И ускорение. У-у-у. Радость ты моя, Джаггер. Отдуплись, как говорится, и поклонись. Еще и ураганчик. Ну тут, конечно, все. Нам фартануло просто-напросто. И ускорение, и заморозка, и ураганчик. Че хочешь. Но самое главное, что он не применяет ульту. Вот если бы он во время своей игры применял бы каждый раз ульту, победы бы были бы далеко не простыми. Это я вам точно говорю. Так, ну что, здесь у нас ядербот будет, да? Поэтому нам надо... А здесь у меня энергии нету, к сожалению. Хм. Друидка тут как-то не особо хорошо будет заходить. Не знаю, вот насчет вот этого отряда. Здесь дамага-то у нас практически никакого и нету. Да не то, что практически, его вообще нету. Здесь тоже далеко не дамагеры. Хотя, если жнец... будет бомбить, плодить армию. Ну, давай попробуем, ребят. Я не уверен, конечно, в правоте в своей, но все постигается в сравнении. Надо вначале пробовать, а потом уже что-то говорить. Против ядербота мы ни разу, по-моему, не применяли с вами, да? Жнеца. Так, он начинает меня испытывать. Он выпускает джаггернаута. А мы тогда сделаем, знаешь, что с вами? Мы вызовем джаггернаута и грифу. Грифон плюс, плюс ко всему прочему, надо вызывать баллисту. Баллиста, давай, выходи. Так, и остальное копим. Тупо копим с вами манну на жнеца. Я не понял, он что, он всех раз... Он всех разбомбил у меня? Как он так... Что за бред? Так, жнец, ну-ка давай, устраивай-ка там карнавальную ночь. Что за фигня какая-то получается тут, я не понял. Так, начинает с големом баловать, да? Так, минус. Он не вызвал, пока еще нет. Пока, ребят, еще никто не вышел. Давай еще баллисту призовем. Так, голем пошел. Блин, как же все это долго и медленно, а? Грифон. Хоть бы он не успел вызвать, а, ребята, было бы круто. Было бы очень круто, на самом деле. Если он не... Так, того... Вот он. Нет, ребята, он все-таки призвал. Ага, баллисты застанили. Слушай, ну тут вообще... Смотрите, ребят, а почему у него так здоровье тратится моментально? Что он там, наступил на что-то? Или где-то траванулся, не пойму я. Он даже не успел дойти, потому что базу мы ему разрушили. Ух! Вот это я называю, ребята, игра. Ну что же, а мы с вами открываем сундучок. Сундук робота. И посмотрим, что нам выпадет. Репульсор, 12 тысяч монет. Территория Нефритовой долины. Да-да, именно она. Так, у нас с вами энергии сколько? Здесь две и там две. Здесь тигр плюс копейщик. В принципе, должны справиться. Тигр, копейщик. Копейщика как мы с вами будем контрить? Естественно, через рыцаря. Так, рыцарь, давай. Выходи. Так, и обязательно нужно, ребят, копить ману.
Эй-эй-эй-эй-эй, погоди. Эй, что-то пошло не так. Хотя нет, пока нормуль. Давай, нам нужно на тигра с вами накопить. Как можно быстрее. Ну как, а кто бы сомневался, ребят? Я лично нисколько не сомневался. Давайте, наверное, ульту применим. Раз пошла такая пляска. Пускай они тут еле двигаются, а мы в этот момент чуть не сфейлились с вами, кстати. Видите, урончик наносит. Оп, оп, он стоит там. И сделать-то ничего не может. А подожди, а что такое, ребят? А как ты тигра-то вызываешь быстрее, чем я? Я вот не понимаю этого. Давай-ка попробуем так, ребята. Оглуши его. Не хочешь. Ладно, давай через вот так вот. Через ниндзю. Карточка, ураганчик. Все, пора вызывать нам, знаете кого? Деда. Натерпелись, насмотрелись, и пора уже разрушать ему замок. Плюс ульта есть. О! Смотри, что происходит. На, получи, гаденыш. Разбомбили. Ну что, последний удар, и база рушится. Ну что, я говорил, что победа будет за нами? Она за нами и есть. Следующая, ребят, территория. Здесь ничего, ребят, не поменялось абсолютно. Только лишь храмовый пес достается, которого я сейчас быстренько чик-чик, и все. Что он сделает? Да ничего. Единственное, конечно, что он вкупе... Так, погоди-ка. Если он будет сейчас вместе с копейщиком выбегать, это, конечно, будет немножко похуже. Но он что-то не бежит и не радуется. Ну. Так, застанили, хотя бы так. И... Да ладно, все-таки успел шугануть. Хорошо, давай, ниндзя, разберись, ты же у нас крута в этом деле. По уничтожению вот этих вот салабонов всяких. Или не крута, блин? Нет, крута. Так, вызываем, ребята. Тыквоголового. Понесла, должна понестись, ребята, душа в рай. Ой, красотища-то какая. Нравится мне, ребята, эта сакура, на самом деле. Вот эти вот корни замедляют. Наносят урон. Благодать. Ну, и все, я так понимаю, базе-то хана. Ничего тут никто сделать уже не сможет. Замечательно. Так, ребят, мы с вами переходим на третий этап. У нас, по-моему, энергии нет. У нас где-то еще есть. Вот здесь две. Да ладно, ты опять со своим ронином здесь. Твою же маковку. Опять этот ронин здесь. Только сегодня с ним дрались, да? Только у нас была эта эпопея, и на тебе, опять нам его подсовывают. Ладно, хорошо, будем работать опять же, как и в прошлый раз. Щитобот плюс молотильщик. Изменять не будем своим традициям. Вот так вот. Дальше опять щитобот. Немножко энергии подкопим. Ну, естественно, вот тебе и хая. Так, давай, наверное, так сделаем. Блин. Немножко попутал я, ребята, упорядоченность. Не так все это надо было делать. Куда ты бежишь? Слушай-ка, погоди, что-то не то, по-моему. Или то. Тигра, давайте тигра быстренько как-то уничтожать. Нервирует. Без души, хорошо. Опять тигр. Ну все, тогда я буду, ребят, копить на друидку. Раз у нас есть такой небольшой запас времени. Вау. Давай. А если я вот так вот сделаю, а? Тебе понравится, олух? Ускорение еще. Ну, ускорение это всегда хорошо. Это всегда радует меня, на самом деле. Рони, отвали. Так, друидка, в общем, в деле. Куда она ставит тотем? Я не могу понять вот это вот. Это у нас надхил, по-моему, да? Синенький. По-моему, надхил. Ну, надо ставить его... Вот, теперь ты правильно его влепил. Вперед надо, а не назад. И... Вот так вот. И спасибо за карточку. И за деньги тоже. 500 монет, как говорится, на дороге не валяется. Ух. Ну что, ребята, у нас... Оу. Погоди, откуда у нас еще две энергии? А может быть... Ага, ага. Копится потихонечку. Давай. Я не против. Я не против продолжить. Блин, ребята, у нас, наверное, серия на час уйдет. А ты представляешь, если у меня будет здесь пятый отряд? Я тут просто полдня зависнул в этой игре. Будем проходить с вами. Так, подожди, я боюсь, ронин же. Тут же ронин может выйти. Опять с вами тут шутки да прибаутки. Тигр? Странно маленько. Ну да ладно, ронин. Ну,
Идет, как все. Нифига ты на... Фига ты нанес урона-то там. Не слишком... Эй, не слишком ли жирно все это было? Минус. И... Слушай, ну Низи вот это вот, ребята, на прокачке, она тоже колоссальная. Мне нравится. Так, погоди-ка, мне нравится, мне... Да хорош ты пугать-то так, слишком сильно пугаешь. Ты смотри, специально что ли? На! Блин, ребят, нужно последнюю энергию мне накопить для вызова ведьмы. Ну смотри, получается разбор полетов какой-нибудь капитальный. Оу-оу-оу. Слушай, вот это смачно, это нам повезло сейчас. Ульта пошла. Раз, два. Так, ниндзю минус. Минус. На пса храмового, к сожалению, не хватило запала у нас. Ведьма, ну да, давай ускоримся маленечко. А то идет, как в штаны наложила. А, еще немножко ускоримся. Ага, кто бы в этом сомневался? Душа тигра вылетела. Все. Карточка Сакуры получается. Ух, ребятушки. Последний здесь этап. И давайте посмотрим. Здесь у нас две энергии, здесь у нас, блин, пока не откатилось. А еще где-нибудь есть энергия? Нету, что ли? Так, смотрим, ребята. Здесь у нас богиня солнца и Ронин. Богиня солнца меня, блин, пугает на самом деле. Со своим лучом, с этим. Она ватная по ХП, но довольно... Слушай, хотя по атаке она тоже не особо сильная. Единственное, что когда мои, например, юниты дерутся, да, она этот луч ставит, и они в нем просто жарятся. По-другому это не назвать. Да куда ты, молотильщик, выбежал-то раньше времени? Ну, господи, ну... Ну, естественно, отдупляется, естественно, ребят. О, кого-то там застанили. Давай-ка всадничка на журавле, наверное, вызовем. Вот так. И вот так. Отлично. Так. Подожди, не надо. Не надо мне, ниндзя твои выкрутасы, хорош. Натерпелись. Друидка, давай, я надеюсь на тебя. Очень сильно. Так, вот, ребята, и богиня солнца. Вот она вышла. Явилась, как говорится, не запылилась. О, видишь, что она делает? Вот так вот, ребят, все это дело и происходит. Своим лучом она жарит просто-напросто. До хрустящей корочки прожаривает. Молотильщик, ты погиб. Почему-то просто так даже не выпустил пилу. Ну, зачем вот эти вот фризы сейчас, вот в данный момент? Я не понимаю. Они кому нужны? Мне они вообще не нужны, если честно. Да хорош ты. Просто ничего не могу сделать. Смотри, ребята, урон не наносим. Она меня еще и притесняет. Смотри, прям под лучом жаримся. Под лучами солнца этой богини. Ну, минута на все про все. Поэтому, ребята, сконцентрировались и погнали. И, кстати, вот здесь мне вот эта вот ульта в последнее время, ребята, бесит. Именно вот от этой базы. Вот это вот притягивание. Ну, как-то бестолковое, на самом деле. Лучше нам прокачать другую какую-нибудь базу. Например, тот же самый град. Да, я думаю, это будет намного лучше, чем вот это вот притягивание. Так, я думаю, что здесь нужно ускориться. Потому что тут победа стопудово будет за нами. Ронин там что-то выеживается еще. Ну, за 25 секунд-то уложим. Уложили. Ха. Так, и у нас, ребят, с вами, по-моему, последняя энергия там остается, да? Кто у нас тут? Богиня солнца, Сакура и деньги. Последняя энергия, и у нас долина подданных. Угу. Долина подданных, и встречает нас Грифон. Блин, и Паладин. А у меня здесь кто? У меня может Паладин только бить Грифона, да? И всадник на журавле. И я ведь знаю прекрасно, что он начнет именно с них. Именно с Грифона начнется, скорее всего, эта эпопея. Посмотрим. Так, для начала выпускаем, конечно же, Паладина на поле боя. Тут только будет у нас рулить Паладин и всадник на журавле. Ты смотри, что делает. Ты посмотри, что он делает. Как-то он довольно быстро тут разбирает нас. Так, всадник, давай-ка пойдем с собой немножко прогуляемся. Уничтожим. Ага, вот так вот мы сейчас сделаем. И... Паладиныч, давай. Ты смотри, что делает. Ну, ребята, он дамажит посильнее, потому что у него и уровень побольше, чем у меня. Тут понятно, да? Здесь никому не надо объяснять. И всадник на журавле. Ну, что такой долгий откат, господи. Ну, я могу сказать, что у нас шансы есть, ребят, на разбивку его базы. Причем довольно-таки быстро.
Грифон. Естественно, естественно, он попадает в моих всадников на журавле, которые стояли там себе, никого не трогали и бомбили просто потихонечку его базу. А он их просто с одного этого подбил. Олух, а, несчастный. Ладно, я буду применять ульту, если понадобится. Раз он так сделал, подлинненько. Иди ты знаешь куда. Вякает мне там еще. Все, ребята, все, друзья мои. Это, по ходу дела, был последний наш бой. Хотя я не уверен, давай посмотрим. Так, тут энергии нету. И тут энергии нету. Да, ребята, это был наш последний бой. Но сегодня мы подрались и дрить на корень. На славу, тут по-другому не скажешь. Квесты, запрос. Угу. Так, друзья, это... Да, ребят, мы все с вами сделали. Единственное, что нам остается, это только прокачать. Прокачать наших героев. Они заслужили это. Бесспорно. Так, подожди, это максимально... Деда, деда нам нужно прокачать еще. Так, еще 83 тысячи. Где у меня непрокачанный отряд? Вот, вот здесь вот. Давай, ребята. Ну, слушай, денег мы сегодня заработали с вами не кисло, на самом деле. Видите, мне практически, практически на все хватило, кроме Джаггернаута и базы. И смотрите, уже сколько опыта мы с вами накопили. Это круто. Ну что ж, дорогие друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось, и мы обязательно увидимся в следующей серии. Так что всем пока и удачи.